Привет, как дела? Сегодня рассказ о моей третьей собаке, самой рыжей, самой annoying и noisy, то есть надоедливой и шумной собаке Пинат. Мое знакомство с Пинат оказалось индивидуальным, так как Пеппа и Коко на тот момент, когда я пришла в семью, убежали. Семья выезжает на выходные в Дорсет, и вот в тот момент, когда я должна была поселиться у них в качестве няни и собаковода, следить за тремя собаками, и когда я пришла к ним в дом, оказалось, собака осталась одна. Пеппа и Коко убежали в Дорсете и вернулись только через неделю. И вот так вот знакомство с моими тремя собаками вылилось в знакомство с одной. Пинат была счастлива, что у нее есть индивидуальный собаковод, собака-выгульщик. И вот в первый день мы пошли с ней гулять в парк. Парк находится недалеко от дома, в 5 минутах ходьбы. Достаточно большой парк на закрытой территории. Там есть ворота с Хаммерсмит-стрит, откуда люди могут заходить, но в принципе он закрывается на ночь. И вот в первый же день мы с ней погуляли и пошли обратно домой. И тут, видимо, она увидела то ли кошку, то ли что, она обожает гоняться за белками, за кошками, за всем, что шевелится, она тут как тут, в стойку и сразу бежит. И она прямо через дорогу вырвалась у меня с поводка и побежала. И я слышу визг тормозов и такой удар. Пуф! У меня все затряслось. Первый мой день рабочий с собаками, и собака попала под машину. Я была в шоке, я не знаю, как я собрала себя в пучок и пошла выяснять, что там. Просто я думала, там просто смятка. И я подхожу, а машина остановилась, чуть-чуть проехала и остановилась. Водитель подбежал и говорит: ну что случилось, как? Я смотрю, Пинат сидит вот такая несчастная, смотрит на меня, такая типа, ну я не знаю, только не бей, или что случилось, что произошло, такая прямо, ну тоже была в шоке. Я посмотрела вокруг, ни крови, ничего, вроде бы все целое пощупала. И так я думаю, блин, вот ведь мой первый рабочий день, и вот с такого несчастья начинается. То есть у меня была работа, и после этого ее уже может и не быть. Ну, водителю говорю, да вроде бы все в порядке, а оказывается, она, видимо, то ли врезалась в бампер, то ли врезалась в колесо. В общем, слава богу, она не попала под колесо. Она очень сильно напугалась, я тоже, водитель тоже, все напугались. Но как бы все тьфу-тьфу-тьфу обошлось. Я думала, рассказывать хозяевам или нет. Ну, думаю, ладно, посмотрю, нет ли там, не будет каких-то внутренних кровотечений. Буду щупать ее, осматривать. Если что-то, ну, пойдет не так, придется сказать хозяевам, что с ней такое произошло. В итоге, как бы, все обошлось. Никаких внутренних кровотечений, никаких признаков после этого плохого состояния с ней не произошло. И вот целую неделю мы с ней вместе на двоих ходили с таким маленьким секретом. Она ко мне уже ластилась, такая: спасибо, что ты меня спасла. В общем, вот так вот мы с ней начали дружить. Но из всех трех собак она у меня как бы считается самой нелюбимой. Ну, не знаю, просто я не люблю, когда лезут прямо в душу. Она прямо каждый день смотрит, вот так сидит на тебя, смотрит. Что ты кушаешь? Куда ты пошевелился? Только ты пошевелился, она вскакивает: я тут, я тут. У меня кличка у Пина: я тут. Она вот сразу вот так сидит: я тут, погладь меня, покорми меня. Как знаете, это кот Саймон: положи мне в ротик еду, я тут, давай, давай, ласкай меня. В общем, вся такая вертится, крутится. Меня это раздражает, меня это напрягает. Без дела, без повода. Постоянный круговорот событий вокруг Пинат. Я как бы считаю это, знаете, как есть такой недолюбленный ребенок, он постоянно требует внимания. Так вот, Пинат такая же, постоянно требует внимания, все время в ожидающей позе. И не дай бог что-то без нее произойдет, она обижается. Девочка маленькая, кикимора сладенькая. А где там Пинат? Пинат! Запрыгивай. Вот так. Вот мы повалились. Пасеньки, там кто лежит. Там Пинат. Ух, Пинат!
не кошечка. Моя куколка. Да, вот такие, вот такие. Вот такие вот. Ай, Бина, больно. Ну, чего? Кто тут бежит, бежит, бежит? А кто тут сидит, сидит, сидит? Но она была любимицей у хозяйки. Хозяйка даже с ней фотосессию устраивала, так как ее приходили часто снимать. Она же продюсер фильмов и автор неких книг. Ее часто приходили снимать для журналов, для газет. И вот там на одной газете даже висит у них в туалете, кстати, вывешивает свои награды и какие-то почетные такие фотографии или грамоты в туалете. Это одна из традиций англичан, об этом я тоже буду рассказывать. Вот в туалете висит такая картина, хозяйка с пенат на руках. Пенат, кстати, фотогеничная. Что не скажешь о других, они черненькие, у них ни глаз, ничего не видно. У пенат вся рыжая, еще и глаза подчеркнуты черным, и мордочка тоже черным подчеркнута. Красиво, фотогеничная собака. И, значит, там написано, по-моему, The Times газета, на главной, на обложке, что эта собака спит со мной, ест со мной из одной чашки. Ну, конечно, это не так, но в чем-то есть доля правды. Однажды, после того, как я с ними ночевала в их доме, пока хозяева куда-то уезжали, потом они их как бы старались держать внизу, когда меня не было. Но они начинали скулить, выть, гавкать. И соседи, кстати, мне потом говорили, вот тебя нет, собаки плохо себя ведут. Вот. И хозяйка мне отчиталась, говорит, пришлось их взять себе в постельку. Так что научила я хозяев брать собак в постельку. Вот такая вот путерьма. Когда я говорю Пинате, где мама, она сразу в стойку, ну мама же их кормит еще, в стойку бежит, ищет, где мама. Пинат, where is mommy? Mommy, where is mommy? Пепе, where is mommy? Where is mommy? Mommy. А кроме того, так как она не убегала в Дорсете никуда, не охотилась, она там всегда оставалась дома, такая приличная типа собака. А Коко с Пеппо всегда охотились, то там на зайцев, то на белок, то еще какая живность, убегали, иногда оставались там в Дорсете до следующих выходных. И вот когда Пеппо потерялся в том году на Рождество, им и Коко, и Пеппо, хозяин приобрел такие GPS-навигаторы специальные, где можно отследить, куда собака пошла, то есть в телефон к нему приходила информация, где собака ходит и где ее найти, потому что Пеппо не могли найти долго на то Рождество в Дорсете. Так и пришлось ему уехать и оставить его там. Потом уже соседи привезли, но и об этом я рассказывала вот в этом ролике, смотрите. В общем, они ходили с GPS-навигаторами, а Пенате не досталось. Пенат, конечно, переживала, что ей не дали такого украшения, но они немножечко тяжеловаты, а потом, когда закончилась батарейка, мы их сняли и забыли про них. Так как Пенат не хватало внимания, она старалась делать все то же самое, что делает Коко и Пеппо. А Коко любила копать под деревьями, просто землю любила копать. И однажды в парке под деревом она откопала какие-то две статуэтки. Я сначала испугалась, думаю, может быть бомбы какие-то, может быть там какие-то наркотики, может еще что-то. А Пенат тоже начала там что-то рыть, нюхать и как бы смотреть, что это такое. Когда я увидела, что что-то нашлось, я сначала думала, может быть, сообщить в полицию, может быть, что-то там плохое в этих статуэтках. И, ну, мало ли, ребенок найдет какие-нибудь наркотики, что-нибудь попробует. Не знаю, что это было. Потом, в итоге, я решила обратно под дерево это все спихнуть, так как уже поняла, что это не бомба, потому что собаки не взорвались. Спихнула все обратно, а потом до меня дошло, это какие-то буддийские такие статуэтки, может быть, это кто-то кого-то похоронил, может быть, там чей-то прах или что-то такое. Мне кажется, это что-то связано с памятью о людях, которые умерли. Не знаю, в общем, мне кажется, они до сих пор там, под этим деревом, так и хранятся. Решили мы не трогать и как бы немножечко поглубже туда закопали, скинули. Еще все собаки абсолютно, особенно Пенат и Пеппо, любят гоняться за щеткой хаускипера или за пылесосом, когда она убирает, и кусать эту щетку, пытаться ее поймать, когда она подметает. Вот так вот это все выглядит.
Пинат, конечно, она всегда голодная, всегда смотрит тебе в рот, всегда ждет еды, всегда хочу, хочу, хочу. А кто там у нас такой? Пинат? Пинатка? А хвостик? Хвостик, хвостик, хвостик. О, холодильник открылся. Мы уже тут как тут. Погладить, поласкать, постричь. Также она за Кокой. Когда я стригла Коку, я ее всегда стригла первой, потому что она прямо кикиморой выглядела, когда обрастала. Пинат еще не так. Кстати, у нее шерсть такая у пинаты жесткая, гладить ее не очень приятно. И когда вот срезаешь верхнюю шерстку такую, которая в принципе создает вид бодертерьера, но я не любила, особенно когда летом им жарко с такой шерстью, я срезала ей эту шерсть. Ну что, Пинат, будем тебе чики-чики делать, а? Или фейфей? Вот эту шерстку мы тебе отрежем, да, чуть-чуть? Чики-чики будем делать? А, Пинат? Давай, смотри. Чики-чики, да? Будем? Хорошо, сейчас мы будем делать чики-чики Пинат. Вот и закончили мы с пинаткой. Пинатки мы подрезали животик. И спинку. Покажи, пинат, спинку. Как мы спинку ей подрезали. Вот, тут у нас больше ничего не осталось такого лишнего. И на жопке тоже ничего лишнего не осталось. Да? Да? Да. Все. Молодец. Не знаю, обижались на меня хозяева или наоборот были счастливы, что я их стригла, но пинате было легче. И вот когда я стригу Коку, она лезет под руку, давай меня стриги, что ты к ней, ею занимаешься, я тут, я тут, я тут. Всегда, когда мы поднимались наверх, когда я ложилась спать, все собаки сразу же у меня. Пинат первая на кровати, я ей даже корону один раз надела. Все люди как люди, а я королева. Кто у нас королевишна? Кто королева? Пинат! I'm gonna stay with me. What's up, Пинат? Пеппи улегся. Кока улеглась. Молодцы. Пинат, что ты хочешь? Что ты хочешь, Пинат? Кока сама не могла спрыгнуть, кровать достаточно высоко находится, и ей уже тяжело, она уже старенькая, приходилось ее всегда брать на ручки. Она иногда, когда я не замечала, что она пришла, она иногда сидит так, смотрит на тебя и такая, типа, возьми меня, давай, подтащи, я хочу на кровать. А Пинат и Пеппа уже сразу первые на кровать спрыгнули и улеглись. Кто тут такой довольный сегодня ночью будет спать с Настикой? Пеппа устроился. Самое главное место занял, да, Пеппи? А Пината и Кока вместе хвостиками виляют. А? Зайцы, попрыгайцы. Но засыпала Пинат последняя. Пока все не спят, она не успокоится. Если я не сплю, все, она лежит на меня, смотрит. Что ты делаешь? Куда рука пошла? Где пошевельнулась? Что почесалась? Все под контролем. Конечно, с Пинатой было намного меньше всяких проблем, она меньше мерзла, допустим, у нее было много шерсти, и в отличие от Коко или Пеппа, я очень редко ей надевала свитерочки, а она их очень любила, потому что, ну как же, я должна быть самой красивой, то есть, ну, девочка бьюти, все внимание, пожалуйста, ко мне, это я здесь, я звезда. Ну а правильно, конечно, кто на обложках журнала Пината? Я ей периодически надевала свитерочки, и она в них такая с достоинством ходила. И вот однажды, когда было очень холодно, я привела собак домой, и Пинат оказалась в свитере и сразу побежала на кухню, где была хозяйка. Хозяйка, когда увидела ее, говорит, ой, какая красивая, достала телефон и начала ее фотографировать. Всем потом, наверное, рассылала эти фотографии своим друзьям и родственникам. А вот когда я уехала на полгода обратно, вернулась в Россию, прежде чем в магистратуру поступить, с собаками никто не занимался, и вот что-то с ней случилось. Потом мне хаускипер рассказывала, что у нее резко отказали задние ноги, она прям буквально волочила их и возили к ветеринару, и ветеринар сказал, посадите ее в клетку, она гиперактивная, ей нельзя так много шевелиться, она прямо бегает туда-сюда, в общем,
электровеник, я бы это так назвала. Ей купили специальную клетку, посадили в клетку, и она не просидела там даже и дня. Максимум 5 часов, он, хаускипер рассказывал мне, сидит такая и смотрит на хозяев. Чего вы меня посадили в клетку? С какой стати я тут сижу? И почему я вообще это заслужила? В итоге у хозяев сердце не выдержало, выпустили ее, и она опять начала прыгать, бегать и скакать. Когда уже я вернулась, мне об этом рассказали, лапки у нее все еще побаливали, видимо, какие-то судороги сводила как-то. Она даже иногда пищала от того, что ей больно. В итоге, когда мы каждый день опять стали ходить с ними гулять, я пенатку брала на ручки, клала на спинку и задние ноги массажировала. И постоянно, когда она прыгала, скакала, всегда говорила «calm down, calm down». И она так вроде как останавливалась. Помимо этого, я ей немножечко стала давать валерьянки, чтобы она немножко успокоилась. Но не, это бесполезно. С пенатой бесполезно. Это электровеник будет бегать, прыгать всегда и везде. Но когда вот я и массажировала задние лапки, я чувствовала, что у нее лапы как камень. У меня, кстати, тоже такая проблема была с моими коленями, когда я жила в другой, в следующей моей семье и возила детей в школу и школы утром и вечером на достаточно большие расстояния. Но об этом я тоже буду рассказывать в следующих роликах. Если вам нравятся такие истории, пожалуйста, пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Буду рада вам рассказывать еще что-то из своей британской или английской жизни. Пока на этом все. Пока-пока.